Вариант нежного печенья в количестве 8 штук из Великобритании, которые имеют вкус пшеничный плюс молочный шоколад и кокосовая стружка, которая ощущается больше в небольшом послевкусии и, конечно же, аромате. Похоже на оригинальную шоколадку, но относительно является по структуре мягким, по составу более-менее неплохим. Цена где-то 200 с чем-то рублей, в зависимости от магазина покупки. Собственно, форма его овально-круглая, золотистая поверхность внутри и бронзовая снаружи. Приятная, вкусная, нежная, мягкая и без крошек. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры. Подписывайтесь на мой канал. И, конечно, если вам нравятся видео, получаемые от меня, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Ждите всего наилучшего и здоровья вам, что сейчас актуально. Вариант.